Словно из-под земли вырастает грозная зубастая акула с добычей в пасти. Неподалеку обосновался морской конек. В польском городе Шецен проходит 5-й фестиваль песчаных скульптур. Его тема – «Глубокое море». Площадку украсили морские божества, и даже для самого капитана Джека Воробья нашлось место. Но в этом году скульпторам пришлось трудиться дольше, чем обычно. В основном на создание одной скульптуры уходит примерно неделя. Но в этих погодных условиях фигуру Джека Воробья делали приблизительно 2 недели. В рамках фестиваля проходят и мастер-классы для детей. Обучают ребятишек профессиональные скульпторы. Показывают, как пользоваться специальными инструментами и дают возможность проявить фантазию. Перед фестивалем на площадку привезли более 400 тонн песка. Песок должен быть специфичный. Песок должен быть специальным. Наш спонсор доставляет его из своих шахт. Я проверяю его качество. Иногда песок идеальный, иногда не самый лучший, но из него все равно можно что-то сделать. По словам организаторов, цель фестиваля – позволить людям хорошо и с пользой провести время. Продлится мероприятие до 20 августа.